Здесь, в USC, мы предоставляем... Здесь, в USC, мы предоставляем... Докладная записка о неподобающем обращении с научными работниками. 14 сентября 2145 года. Как вам известно, я приложил значительные усилия для набора сотрудников в лаборатории комплекса Альфа. Найти квалифицированных ученых, согласных работать на Марсе, непростая задача. Вы это знаете не хуже меня, но я вынужден еще раз подчеркнуть, что их жалобы необходимо принять всерьез.
Мы не сможем ни удержать наших сотрудников, ни набрать новых, если подобные издевательства будут продолжаться. Да, именно издевательства. Я постоянно получаю жалобы на действия сотрудников службы безопасности, которые все время задают неуместные вопросы и устраивают ненужные проверки биографии. Я настаиваю, что у сотрудников должно быть право на личную жизнь. Люди просто не могут работать в такой атмосфере. Не знаю, существует ли реальная опасность, но действия сотрудников охраны можно расценивать только как вредительство. С уважением, Эндрю Чин. Конец записи. Объединенная аэрокосмическая корпорация была бессменным лидером прогресса, не только разрабатывая новые технологии, но и как можно полнее раскрывая их потенциал. После того, как Гидракон обеспечил нас нескончаемыми запасами водородного топлива, специалисты начали задаваться фундаментальным вопросом. Можно ли хранить это топливо в сжатом виде, чтобы претворить в реальность мечту человечества о выходе за пределы Солнечной системы? И теперь мы с уверенностью отвечаем. Да, можно. Под руководством доктора Малькольма Бетругера лучшие специалисты корпорации совершили прорыв в области квантовой физики. Теперь мы можем хранить топливо для наших межпланетных двигателей на основе антиматерии в промежутках между электронами и протонами в молекулы.
теперь топливо, которое когда-то занимало половину полезной нагрузки межпланетного корабля, занимает лишь малую часть прежней массы. Перед вами компактор молекулярного топлива, или КМТ. Еще один шаг навстречу мечте человечества – достичь самых удаленных планет и колонизировать. Корпорация UAC уже давно взяла курс на то, чтобы построить мир без войн. Аудиозапись Уолтера Коннорса. Компрессор молекулярного топлива показывает великолепный результат. Последние изменения, которые я внес в уравнение, стали толчком к недавнему открытию. Моя работа над этим проектом послужила катализатором, ускорившим развитие работы. Я также следил за тем, чтобы каждый качественно выполнял свою работу и, конечно, перепроверял все данные, чтобы нигде не закралась ошибка. Новые достижения принесут компании огромный прибыль. Скажу без ложной скромности, из моих идей и тяжелой работы мы вряд ли смогли бы добиться такого успеха. Я также хотел бы выразить вам признательность за вашу руководящую роль в этом проекте. Работать с вами – большая честь для меня. Только, пожалуйста, не забудьте в конце года вставить мое имя в список на повышение. Уолтер закончил.
поможешь мне выбраться с базы? У нас нет времени. Давай, пошли. Некогда разговаривать. Пошли. Электромагнитный импульс вырубил все электричество в зоне. Имею в виду, сильный импульс может отрубить и наши фонарики. Быстрее! У нас нет времени!